который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыт, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда меня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидает снегопада, а где-нибудь все ясно и светло, там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают, несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманит и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Взлетим мы, распогодится, теперь запреты снимут, напрягся лайнер, слышен риск турбин. Сижу, как на иголках, ну а вдруг опять не примут? Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели и туман, где завтра ожидает снегопада. Открытый Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Застроенная, как тут, а стюардесса не советса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.